начинена огнем земля. Не оступись, не хрустни веткой. Вперед за минные поля уходит пешая разведка. Все пригнано, чтоб не греметь, и приготовлено для боя, и орденов своих с собою им не положено иметь. И как последнее прости, на жданный и нежданный случай им сказано пора идти. Чем проще сказано, тем лучше. А после ждут и в тишину глядят за черный край передний. Уже не в первый за войну, но может статься, что в последний. Все по-другому, все не так, но есть в их гибели такое, что вновь та жизнь перед тобою, ее закон, ее устав, ее бессмертная пехота, ее бессонная забота, над прахом головы склонив, вновь думать, кто же вместо них. Наверное, в космосе есть тоже непрекращаемость атак. Все остальное не похоже. А это так. Наверное, так.